29-летняя Ким Кардашьян приняла участие в новой откровенной фотосессии для глянца. Звезда примерила стиль одной из самых известных актрис Голливуда. Супруга Канье Уэста надела черное платье без бретелек, обнажившее зону декольте. Наряд Макси украшен пайетками. Модель сделала узнаваемую тейлоровскую пышную прическу и яркий макияж. Ким также похвасталась внушительными драгоценностями, кольцами из белого золота с изумрудами и бриллиантами. Для других кадров Кардашьян позировала в платье, сверху которого надела белую рубашку. Автором и стилистом фотосессии для издания 7 Hollywood стал Тьерри Мюглер, а фотографом – Алекс Малка. Они признались, что стиль Элизабет Тейлор вдохновил их на эту съемку. Участница реалити-шоу похвасталась фигурой в более сдержанном и домашнем образе. Ким надела белое мини-платье с вырезом на груди. Наряд входит в коллекцию домашней одежды, которую разработала сама Кардашьян для бренда Skims. Поклонники оценили образ кумира. Многие признались, что в этом платье модель выглядит очень женственно и утонченно. Ким очень классное платье. В нем можно не только дома ходить, прекрасная фигура, на которой все смотрится хорошо, как всегда, самое стильное, написали фолловеры. Недавно Ким призналась, что была вынуждена прифотошопить дочь к семейной рождественской открытке. Кардашьян вместе с мужем посетила роскошную вечеринку в честь юбилея рэпера P. Diddy. Звезда примерила элегантное свадебное платье цвета шампанского. Модель раскрыла подробности своего скандала со старшей сестрой, Кортни.